Ученые пополнили таблицу Менделеева сразу четырьмя новыми элементами. Их предварительные названия – унунтрий, унунпентий, унунсептий и унунокти. Причем три из них получены в подмосковной Дубне. Но поскольку при синтезе использовались материалы из США, официально авторство признается за командой российских и американских ученых. Еще один элемент получили японцы. Время жизни каждого из этих веществ – миллионные доли секунды, а свойства будто из фантастических книг. Например, унунокти – это твердый газ. В ближайшие 5 месяцев первооткрыватели должны дать новым элементам окончательные названия. В Токио уже дали название своему элементу. Нетрудно догадаться, что это Япония.